За минувшие сутки вооруженные силы Украины 56 раз нарушили режим прекращения огня. По направлениям, на Горловском направлении 4 раза, на Донецком 37 раз, на Мариупольском 15. Тяжелая артиллерия применяла 16 раз, минометы различного калибра 383 раза, танки 12 раз. Обстрелы, производимые украинскими террористами во время светлого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, привели к осколочным ранениям двух жительниц Петровского района города Донецка 80-83 года рождения. Кроме того, получили повреждения 4 жилых дома в Петровском районе города Донецка по адресам улица Карнавальная, 25 и Зеленый Гайки. И населенный пункт Ясная по улице Победы, 25, Щерса, 31, где пострадали сразу две квартиры. Это номер 15-38. Среди военнослужащих армии Донецкой Народной Республики составили один убитый и один раненый. Мы отмечаем факты стягивания противником дополнительных минометных расчетов к линии соприкосновения войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытная, Пески, Каменка и Водяна. Также нами выявлено прибытие в город Мариуполь исламского батальона в количестве до 500 человек. Задачей батальона является охрана складов ракетно-артиллерийского вооружения, а также взятие под контроль порта Мариуполь, который стал перевалочной базой осуществления незаконной торговли вооружения, в том числе химических боеприпасов, со странами Ближнего Востока. Батальон дислоцируется в городе Мариуполь по улице Бахчеванжев. Куратор батальона – командир роты Национальной гвардии Украины майор Карпенко.